Руслан, первый вопрос. Как встретили новый 2015 год? В какой атмосфере? Здравствуйте. Встретил я отлично. В кругу семьи. Дома у себя. Там, где я родился. Ну, нормальная обстановка. Новый год для всех. Праздник. Вы лично когда вернулись к работе, к тренировочному процессу? Ну, все в курсе, да, что случилось. И кто знает хорошо, кто не знает, объясняю, что я прошел курс, то есть лечение, там прокапался, так положено просто. Я вернулся обратно в строй. Вообще-то я себя и не чувствовал плохо. Просто так оно должно происходить, так должно быть. Какое-то вот это медицинское обследование не выявило никаких проблем у вас после этого боя финального? Вообще, томография показала без изменений. Но я все равно прошел курс лечения и для того, чтобы подстраховаться. Оно и так раз в год, но необходимо. Но здесь тем более. Что уже известно на данный момент о вашем следующем сопернике и о следующем турнире, в котором вы будете принимать участие? Ну, буквально несколько дней назад я узнал, что по графику, что я буду боксировать в Вильнюсе 14 марта. А по графику 14 марта первый турнир KOTA проходит в Вильнюсе. Там, если я не ошибаюсь, четверка весит до 93 килограммов. И у меня супербой с местным бойцом Мартинесом Князелисом. Уже что-то знаете о нем? Просматривали какие-то видео? Может быть, раньше что-то знали? Я знаю этого бойца. Как, лично с ним не знаком. Знаю, как он боксирует. Он хороший боец. Наш Максим Болотов с ним боксировал, выиграл у него. Ну, надо готовиться. Все. С того момента, как ты знаешь, что это сам, ты уже готовишься под него, как обычно все и происходит. Нельзя не спросить про последний финальный бой. Принято считать, что после поражения такого характера бойцы долго отдыхают. Да. Вы же решили не отдыхать долго и возвращаться в тренировочный процесс, в работу. Поскорее, и вот уже известен соперник. Почему было принято такое решение? Вы знаете, в разных концах света по-разному относятся к нокауту. Мы чуть-чуть люди, вообще не я, не мой тренер, не мы. Да, мы осознаем все плюсы, минусы, но например, в наших странах мы как-то зацикливаемся над нокаутами, да, в Европе такого они не думают. Проиграл, как проиграл? Получил, потому что какую-то ошибку сделал, недоработал. Но люди идут дальше. Я проходил медицинское обследование, что касается моего согласия, я сейчас дальше боксирую, не продлеваю паузу. Изменений нет вообще, и я прошел хороший курс лечения. Чувствую себя хорошо, я и хорошо чувствовал себя вообще с того момента до сих пор. Я ни разу не чувствовал никакие изменения. И я отдохнул месяц, и я вернулся к тренировкам, хорошо себя чувствую, двигаюсь нормально. Приняли мы решение, что я буду боксировать. И я тоже хотел этого, потому что я в этом году не хочу пропустить ни одного боя, которые мне запланированы, да, которые мне буду боксировать. У них знаем все, что в конце года организуется гала. Не знаем, посмотрим, как получится. Хотел бы получить звание лучшего бойца К1 2015 года. Время покажет. Степан, также еще вопрос относительно финального боя. Помнится, что публика очень сильно поддержала вас. Какие были эмоции, когда на самом деле весь зал, наверное, как поддерживали вас в тот вечер, никого из молдавских бойцов так сильно и активно не поддерживал. Какие были эмоции, какие-то особенные? Да, я вам сейчас скажу.
то, что случилось, уже случилось. Это было мгновение, мне было уже не вернуть. Но я пришел в себя, я буквально там на несколько секунд отключился, потому что я уже, когда приземлился, я уже почувствовал, что я приземлился. Но я уже понял, мне сказал Андрей, там полежи чуть-чуть, потому что так надо. Не было смысла, он лучше ему было видно, не было смысла вставать. Кому-то показалось, что супер глубокий накат. Да, такое бывает тоже, но не в этом случае. Но я почувствовал, и я очень благодарен публике, говорю вам всем спасибо, те, кто меня поддерживает. Я очень-очень искренне говорю, большое спасибо. Я чувствовал, как вы меня поддержали, все меня поддерживали, даже если я проиграл. Я это говорил всем и друзьям, и говорю всем, потому что это на самом деле так это я почувствовал очень-очень-очень хорошую, вообще поддержка супер была. Спасибо вам всем. Вы сказали о том, что хотите вот получить это звание лучшего бойца 2015 года. Какие еще помимо этого ставите перед собой цели? Может быть, ну как в профессиональном К1, как касаемо боев, так и может быть касаемо вашей, ну, работы вне тренировок, которая заключается в работе с детьми. Может быть, здесь тоже есть какие-то мысли, какие-то планы, цели уже? В плане моего роста как бойца, какие планы, то есть то, что случилось, уже не вернуть время назад, но, знаете, бывает, нет взлетов без падений, и то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Планы такие, что я, если бы я сейчас выиграл бы четверку, в марте бы я боксировал 4 апреля, у нас турнир KOT опять здесь, уже ТОК будет боксировать тоже, по идее, Сергея Младченко за звание, за пояс, за звание чемпиона KOT. Если бы выиграл я эту четверку, боксировал бы я, так как не получилось, значит, у меня цель такая сейчас в этом году хорошо себя проявить, боксировать в опять, я думаю, в декабре или когда там будет четверка, мне ее выиграть и потом претендовать на боксировать как претендент на пояс. Вот это моя цель. В плане моей тренерской работы я хотел бы, чтобы в этом году я вырос еще как тренер, чтобы мне удалось чему-то научить детишек, чему-то больше, чему-то новому, чтобы они что-то взяли хорошее, мне было легко с ними работать, чтобы у меня появились новые знания какие-то для ихнего роста. Самое искреннее удовольствие от какой-то победа, от которого это достижение, вот, которое вы получили в ушедшем году, это какое было? В ушедшем году я получил огромное удовольствие не от конкретного выигрыша какого-то бойца, а вот я еще раз повторяю, что я огромнейшее удовольствие получил от в плане поддержки наших зрителей, наших фанатов. Это больше удовольствия, чем победа, мое личное удовольствие, победа над соперником. Еще раз спасибо большое всем. В конце какие-то, может быть, пожелания, какие-то еще слова людям, которые были рядом лично с вами в прошлом, люди, которые были рядом с тайбоксинг-клубом, которые поддерживали. Да, несомненно, конечно. Большое спасибо. Я выражаю благодарность, начиная с ребятам, которые помогали в подготовках, даже если они им заниматься как просто для себя, да, спортом. Они приходили, стояли со мной в парах, не только со мной, с Максимом, с Дурелом. Тренерам моим, Андрею, Леше, Олегу, директорам нашего зала Косте и Петру Боле, нашим моим спонсорам компании Пекас, которая мне помогает очень, и большинство нашим даже любителям, ребятам, которые по любителям боксируют,
ассоциации «Фея» за организацию и продвижение меня в плане боев. Конечно, Дамиру Дарину спасибо огромное. И не в последнюю очередь, конечно, всей публике, всем, кто меня знает, кто нас знает, поддерживает и в дальнейшем будут поддерживать. Огромное всем вам спасибо. В будущем только победы. Спасибо. Ваши слова, да Богу в уши.